В общем, Мэтьюс. Мэтьюс антивирус. Что? Мэтьюс? Точнее, его кровь. Твою же мать, бежи, быстрее, быстрее! Чудик, Чудик, заходи, заходи! Закрывай, закрывай! Линч, отойди, отойди! Если проломить стену, то так мы сможем добраться до реки. Давай, твоя очередь. Да, без проблем. Мэтьюс! Мэтьюс! Что такое? Что случилось? Ноги! Насколько все серьезно? У него перелом правой ноги. Санчасть, это корабль! Переносит груз! Прием! Кэп, это точно Кэп. Вас понял, конец связи. Нет, нет, прием! Капитан, нам нужна помощь! Ответьте кто-нибудь, прием! Они собираются отплывать на нем. Проклятие. Нам ни за что не успеть с ними. Итак, что мы имеем? Мы на военной базе. У нас много оружия, много провизии. И мы окружены туземцами, которые, судя по всему, не собираются уходить. Кэп с солдатами вот-вот поплывут на материк на корабле. Но Мэтьюс антивирус со сломанной ногой, которому лучше не двигаться в ближайший месяц. Верно. Какое-то безвыходное положение. Есть у кого какие идеи? Ну, мы можем остаться здесь и ждать, пока туземцы уйдут. Провизии хватит надолго. Правда, скучновато будет тут сидеть. Но это единственный безопасный выход, который я вижу. Безопасно, не спорю. Но, думаю, надо действовать, как и собирались. Я пойду в одиночку за подмогой на первую базу. Вернусь на ту дорогу и дойду до нее. Возьму тачку, вояк, если они еще не уплыли, и вернусь сюда. Займет время, но все же. А если ты не дойдешь? Дойду. Кучка туземцев меня не остановит. Ну-ну, припоминаю, как ты сидел в клетке, а я был вождем. Что было, то было, Мэтьюс. Ладно, мне нужно взять оружие, немного еды, воды. Путь не близкий, так что надо собираться. Ничего не вижу. Проклятие. Они прямо здесь. Чёрт. Так, на лодках плыть не лучшая идея. В лес. Надо бежать в лес. Так. Сейчас. Да, жарковато сегодня. Кажется, это та самая дорога. Да, мы с Мэтьюсом выбежали оттуда. Здесь проезжала машина, поехала в ту сторону. Да, вот даже трава примята. Ну что ж, надеюсь, база не сильно далеко. И надеюсь, там хоть кто-то есть. Если Кэп уплыл, то мы останемся здесь навсегда. Мне бы не очень хотелось такой участи, учитывая, что остров полон туземцев и зомби. Что это? Стоп. Забор. Это база. Неужели я добрался? Там кто-то есть. Не буду маячить. Это мало ли подумает, что я зомби и пристрелят. Надо подойти поближе, разведать все.
Черт, кажется... Нет, не может быть. Бинокль. Проклятие, они все зомби. 3, 5, 7. Там еще. Короче, все зомби. Ладно, что мы имеем? Вышка, здание, еще здание. Машины не вижу. Вход один. Но через главный идти не стоит. Начну палить, сбегутся еще зомби, а то и туземцы. Надо попробовать найти другой вход. Ладно, для начала нужно осмотреться. База похожа на ту, на вторую. Практически идентична. Значит, со всех сторон окружена забором. Мне надо найти место, где я смогу его перелезть безопасно. Где нет этих зомби. Так, может осмотреться с высоты? Да, так будет правильнее. Сначала все разведать, а потом уже действовать. Главное не напороться в джунглях на какого-нибудь зомби. Так, отсюда плохо видно. Надо пройти еще. Может забраться на дерево? Хотя это тоже не лучшая идея. Не хватало еще сорваться и сломать ногу, как Мэтьюс. Так. Пока все глухо. Интересно, Кэп в курсе, что происходит на его базе? Хотя есть вероятность, что они уже уплыли. О, здесь все как на ладони. Отлично. Вроде безопасно. Ладно, что мы имеем? Куча зомби на базе. Там еще один вход. Дыра в заборе. Генератор, бочки. Еще дыра. Антенна. Как и у нас на базе. Скорее всего, здесь, в этом здании, какой-то пункт связи. Возможно, есть рация. Так, дружище, ты же меня не видишь? Вроде нет. Где тачка? Я не вижу машины. Она должна быть, они же ехали в эту сторону. Где же она? А? Что за... Я слышал какой-то шорох. Капитан? Здесь кто-нибудь есть? Черт. Я точно что-то слышал. Твою же мать! Нельзя стрелять! Готов. Готов. Напугал меня. Черт, надеюсь, остальные не слышали мои вопли. Откуда он вылез? Надо быть осторожнее в этих лесах. Здесь все спокойно. Ох, пронесло. Ладно, бинокль. Так, значит, здесь двое. Там какое-то здание, и там тоже. Здесь антенна и, скорее всего, рация. Значит, первым делом лучше сходить сюда, а потом уже просматривать те здания. Значит, план таков. Иду сюда, если есть рация, связываюсь с капитаном. Далее надо как-то пробраться в те здания и найти машину. Стрелять нельзя, привлеку внимание зомби. Да и бочек здесь много, попаду еще ненароком. Вдруг там бензин. Надо действовать тихо. Дыра там и здесь. Очевидно, это лучший вариант. Ладно. Так, по-тихому. Здесь вроде чисто. Отлично. Никто не заметил. Да. Что в здании? Там кто-то сидит, и дверь открыта. Но если он жив, то он должен встать на звук битого стекла. Сидит все еще. Вроде все чисто. Ладно, можно входить. Так, парень, ты же не встанешь? Вроде нет. Ладно, дверь лучше закрыть.
Твою же мать, опять! Да что ж вы так... Они прям будто поджидают. Неужели они тоже начинают... Рация. Рация есть. Так. Надо срочно связаться с Кэпом. Работает. Отлично. Прием, прием. Говорит Егор Линч. Как слышно меня? Прием. Черт, тишина. Ладно. Прием, прием. Нам срочно нужна помощь. Ответьте, прием. Черт. Надеюсь, они еще не уплыли. Но хоть чудик с Мэтьюсом поймут, что я добрался. Ладно, надо найти тачку и... А? Это капитан. Это Линч. Капитан, это Линч. Прием. Линч, только может. Где ты находишься? Я на вашей базе. На первой. На второй Мэтьюс со сломанной ногой. Стивен и куча туземцев. Они в ловушке. Прием. Черт возьми. Ну, конечно. Мало солдат. Ладно. Не знаю, Кэп, но... Не уплывайте без нас! Главное, не уплывайте! Прием! Капитан, прием! Не уплывайте без нас! Дождитесь! Прием! Черт, какого хрена? Капитан, вы меня слышите? Прием! Черт возьми. Похоже, связь сдохла. Надеюсь, он меня услышал. Ладно, надо найти тачку. Так, что мы имеем? Какое-то большое здание здесь. И с той стороны тоже. О, это похоже на... На гаражные ворота. Да, точно. До здания рукой подать. Подбежать, нажать кнопку, ворота откроются и... А если не откроются? Я окажусь в ловушке. Кажется, с той стороны... Да... Здесь видны двери. Значит, надо бежать к ним. Надеюсь, они открыты. Так. Здесь один зомби, но... Он слишком далеко, не почует. А вот этот вот товарищ прямо у нас на пути. Что ж, с одним я разберусь. В случае чего... У меня есть автомат. Главное быстро передвигаться. И все получится. Ладно. Вперед. Твою же мать! Еще один! Быстрее! Проклятие, заперто! Твою же мать! Отойдите, гады! Здесь какая-то дверь! Это было близко. Очень близко. Так. Этот, скорее всего, тоже живой. Или мертвый. Вроде не шевелится. Эй, парень! Там еще какой-то проход. Надо все проверить. Не хочу получить какой-нибудь сюрприз в виде зомби. Да мать твою! Кто бы сомневался? Какие-то они слабенькие. Ложатся с парой ударов. Да это к лучшему. Так. А что? А что с машиной-то? Больше никого здесь? Ключей нет. А, скорее всего, они у него. Так, спокойно, парень. Здесь нет. Черт, здесь нет. Где же ключи тогда? А? Там какой-то шум. Что происходит? Так, ладно. Должен быть второй вояка, и скорее всего это он. И ключи наверняка у него. Ладно. Что? Что он делает? Эй, урод! Да, иди сюда! Получи. Готов. Ладно, ключи должны быть у него. Так, парень, без лишних движений. Давай сюда ключи.
А, вот они, отлично. Так, теперь за Мэтьюсом. А? Что за черт? Эй! Какого хрена? Там кто-то есть внутри. Не стреляйте! Не стреляйте! Мария! Николас! Вы живы? Линч! Господи, не может быть! Ты жив! Как я рада тебя видеть! Я тоже тебя рад видеть! И Николаса! А где капитан? Что происходит? Капитан... Они собираются отплывать на материк. На материк? А как же мы? Да, и мы окружены зомби, так что... Нам лучше сматываться отсюда. И как можно быстрее. Надо добраться до корабля. Только... Сначала нужно заехать в одно место. Давайте, надо поторопиться.